Айгоре сегодня соревнования Red Bull, как-то Ice, что-то там, короче, скатывается на коньках по ледовой горке. Дисциплине. Ну и, конечно, эстафету завершает действующий чемпион американец Кэмерон Нас, которого на финише встречает, друзья, внимание, президент Федерации скоростного спуска на коньках России Павел Крюков, друзья, в руках которого вот сейчас вы увидите замечательный символ, друзья, коньки, коньки, не просто коньки, а с символикой в цветах Италии. И сейчас вот эту вот символику, вот эти вот памятные коньки надевает на замечательную Мишку. Мишку и горку, друзья, который является символом сезонного курорта Егора. Ну и, конечно, все чемпионы прошлых лет и действующие тоже появляются на финише нашей трассы, тем самым показывая, как вот. Падение, но я надеюсь, ничего теоретического в этом падении, конечно же, не было, но его уже уходит на наш славу, мы забрали. Далее у нас Бол Райт, красный майк, конечно, лидер, безусловно, несет несколько бонусов, и отрыжка, секунду, конечно же, увеличивается майка СССР, майка чемпиона, майка лидера. Во всех своих статусах, несомненно, во всей своей красе финиш есть. Поздравляю. 20-й номер, номер победителя. Далее у нас Данила Александриков, в принципе, расправляется достаточно уверенно со своими оппонентами, а именно с девушками Екатериной Ивановой. Далее будет, конечно, не за страхом. Я забыл, на 5 у нас меняется лидер, желтая джерси лидера Болгарь. Да, здесь есть его корпус, но мне кажется, что там на 5. Опять воняет, он уволит, и вот сейчас за обратный первый Болгарь. Участки нашей скоростной трассы, но в принципе Влад справляется уже очень много корпусов предоставляет нашим сопернику. И в принципе, если ничего сверхординарного сейчас не произойдет, я думаю, что в принципе он сможет еще первым. Владик, Владик, как красиво, как и где, как на поколение урывает этот кубок, друзья, первый этап Red Bull. Давай!
да?